вами Елена. Сегодня я буду консервировать очень вкусные острые баклажаны. Нарезаем 5 килограмм баклажан. Нарезаем 600 грамм красного болгарского перца. Пропустить через мясорубку болгарский перец, 200 грамм чеснока и 1 острый перец. Наливаем в большую кастрюлю 3 литра воды. Добавляем 4 столовые ложки соли и 150 миллилитров 9% уксуса. Варим баклажаны порциями около 10 минут. Заливаем крышки кипятком. В баклажаны добавляем измельченные овощи, 250 мл 9% уксуса и 250 мл растительного масла. Аккуратно перемешиваем и раскладываем плотно по стерильным банкам. Накрываем крышками. Стерилизуем 15-20 минут с момента закипания. Закатываем крышками и отправляем под теплое одеяло до полного остывания. Баклажаны готовы. Они получились очень вкусные и не сильно острые, но вы всегда можете добавить красного перца по своему вкусу. Ставьте лайк под видео, нажимаем на эту кнопочку, чтобы подписаться на канал. Это бесплатно. С вами была Елена. Па-па!